В Литву привезут янтарную комнату и откроют филиал Эрмитажа. Об этом стороны недавно договорились во время проведения Дней Вильнюса в Петербурге. Проект должны осуществить до 2015 года. Вильнюсский филиал построят на правом берегу реки Нерест. Там будут экспонировать различные шедевры, хранящиеся в Эрмитаже. Тем временем презентация янтарной комнаты состоится в Литве уже в следующем году.